Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 17 желтоқсан, 17 декабря. Қазір мен Достық даңғылда тұрмын. Достық даңғылы мен Қажымұқан көшесінің қиылысы. Пересечение улиц проспект Достық и Хаджимукана. Сегодня предлагаю прокатиться по улице Хаджимукана. Вот здесь вот начинается улица Хаджимукана. С недавних пор начали обсуждать пробивку улицы Хаджимукана в сторону проспекта Сейфуллина. Пробивку хотят делать от проспекта Назарбаева. Сама улица Хаджимукана не такая большая. Бұл көше онша үлкен емес. Бірақ көшені ұзартады дейді. Назарбаев даңғылынан Сейфуллин даңғылына дейін. Обсуждали, что проектно-сметную документацию закончат уже в этом году, в 2022, а работы начнут, наверное, не знаю когда. Здесь сейчас будет пересечение с улицы Миндикулова. И следующее светофорное пересечение будет с проспекта Назарбаева. И получается, вот впереди стоит здание ЖК. И дорогу хотят провести вот здесь, чуть правее. Получается, вот где Каганат стоит. А теперь давайте посмотрим сверху, что же здесь происходит и как все выглядит. Недавно в интернете наткнулся на очередной проект, по которому могут пробить улицу Хаджимукана в сторону проспекта Сейфуллина. Пока что до конца не уверен, будут ли пробивать по данному маршруту, так как у нас все может поменяться, измениться и так далее. Здесь, как мы видим, большой частный сектор. С левой стороны ЖК, за ним еще один ЖК. И вон там вдали можно будет увидеть проспект Сейфуллина. Предлагаю посмотреть чуть поближе. Здесь вот сейчас летим над частным сектором. С левой стороны новый ЖК. Получается, новая дорога, пробивка будет проходить рядом с новым ЖК. Впереди у нас находится там проспект Сейфуллина, кольцевое движение. Как здесь в будущем организуют соединение с проспектом Сейфуллина, пока что непонятно. Надеюсь, в скором времени будет побольше информации в СМИ, в интернете. В целом, кольцевое движение выглядит на данный момент вот таким образом. Приблизительно по такой траектории пройдет новая дорога со стороны Хаджимукана в сторону проспекта Сейфуллина. Предлагаю проехать чуть дальше по Хаджимукана и посмотреть, куда она идет. Сама улица не такая большая, не такая длинная. Вот здесь вот буквально, может быть, 2 или 3 года назад построили данное ЖК. С левой стороны тоже идет строительство, видимо, тоже нового ЖК. И здесь вот с правой стороны тоже начали строить какие-то комплексы. Главная дорога уходит налево, а улица Хаджимукана уходит прямо. Но саму пробивку хотят сделать на пересечении с проспектом Назарбаева, с улицы Фурманова, получается. Хаджимухан көшесі 88-й.
И если смотреть по картам, то вот здесь уже улица Кажмухана заканчивается. Сегізінші гвардиялық дивизия көшесімен Қажмұқан көшесі қиылысында аяқталады екен. И дальше вот эта данная дорога идет в сторону проспекта Сейфуллина. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.